Эй, ты! Да-да, ты! По ту сторону экрана. Тебе есть 18? Нет? Тогда выключай это видео. Сейчас же, пока мамка не пришла. Мы идем в розовый сад, где господин президент и российский премьер-министр Варшевский проводят пресс-конференцию, заявляя о завершении конфликта. В этот исторический день представители двух великих наций пожимают друг другу руки. Война прекрасна в своей простоте. Весь секрет в том, что надо бить врага. Дерзай, и мир прогнется. Отныне мы будем стремиться к миру с той же целеустремленностью. Так быстро люди забывают о том, что весь ход истории может измениться по воле одного человека. Кто это? Заключенный 627. Я иду за тобой, Макаров. Разве вы не слышали, Прайс? Говорят, что война окончена. Моя война окончится с тобой. Как она кончилась для капитана Мактавиша? Скажите, Прайс, он быстро умер. Я разрушил ваш мир на кусочки. Найти вас — это только вопрос времени. Долго искать не придется. Я уверен, что этот танк нас защитит. Это их задержит. Николай, ты влез к ним в систему? Работаю над этим. Немного подзабыл арабский. Прах к праху. 21 января. Капитан Прайс, оперативная группа СУ-41. Прайс, похоже, они знают, что мы здесь. Я подключился к их камерам. Макаров и вестибюлю на верхнем этаже. Вот и все. Макаров отсюда живым не уйдет. Здравия желаю, братья и сестры. С вами, как всегда, Танкер Гейм. И сегодня, скорее всего, мы завершаем серию Call of Duty Modern Warfare. Да, я заметил, что главный персонаж тут уже болтает. И, по-моему, тут даже пулеметы быстро перезаряжаются. Да, суки, это за сопа. У, сука, блядь, Макаров, держись, уёбок. Ой-о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 й. I'm so sorry. Кажется, спины у этой брони слабое место. Блять, опять лаги. Сука. Ёб твою.
твою мать. Можно ли большой отряд охраны? Что там нас ждет? 40 с небольшим бойцов, пистолеты, пулеметы и автоматы. Так, ребятки, у меня какая-то... приближается вражеский вертолет. Техническая неполадка. Возможно, ищет Макарова. Меня аж выкинуло из игры. Пришел уровень. Перепройти заново. Это плохо. Николай, нам нужен другой лифт. Принято, в пути. Нам долго не протянет. Прыгай! У меня пушки нету. Ой-ой-ой, ты как я успел на другую сторону перенестись? Сука. Ой-ой-ой-ой, извиняюсь. Это... О, блядь, тварь. Удачи, братан. Он прямо по курсу. Бегите. Он идет к вертолету. Бегом. Стой, мразь! На, сука!
мой ствол. Прощайте, капитан Прайс. Твою мать. Надо было быстрее нажимать. Сдохни, паскуда! Это за все! И за всех! Стопэ. Не тут ли была случайно вот эта фишка с прессов To Pay Respect? Не знаю. Но если будет, то скорее всего в конце. Да, я обязательно это засниму, если она будет. Ну что ж, друзья, это была завершающая часть. Прям финал финалов Call of Duty Modern Warfare 3 и вообще серии Call of Duty Modern Warfare в целом. Не считая того говна, что было, что вышло в 2019 году. Как мы знаем, после Modern Warfare все части колды скатились в пропасть ада и до сих пор катятся все ниже и ниже. А все потому что... Activision уже, не стесняясь, пихают пропаганду русофобии. Прям такой откровеннейшей русофобии нам в лицо. А также уже не скрывать того, что эта студия в конце концов делает игры только ради денег. И только ради хайпа вокруг нее. А не ради души. И не потому, что все это ей нравится делать. Ну да ладно. Мне, если честно, признать, очень понравилось. Прям... очень хорошее впечатление получил от серии Modern Warfare, хотя раньше их в них играл, кроме третьей части, но все равно. Играл только временами, а так в сюжет особо не вникал, только ради пострелушек. Ну что ж, с вами был Tiger Gain. Это было прохождение Call of Duty Modern Warfare 3. Ждите спецоперации впереди. Надеюсь, они будут куда интереснее, чем было это во второй части. Не такие однообразные и скучноватые. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, оставляйте отзывы в комментариях. Также не забывайте делиться с этим видео с друзьями. А еще вы можете подписаться на мои социальные сети в описании к видео. Всех целую, всех обнимаю, всем до встречи, всем удачи. Играйте только в хорошие игры и помните... один путь.
одна цель.